Прошла радикальное лечение трижды негативного рака молочной железы, была вторая стадия, есть мутация BRCA1, удалили обе груди, придатки, трубы. Но один из врачей сказал, что эта мутация отвечает еще за рак желудка и кишечника. Так ли это? В рамках наблюдения делаю КТ с контрастом грудной клетки, органов брюшной полости. Достаточно этого или все равно надо еще делать колоноскопию, гастроскопию? Ну, я бы вам в любом случае советовала делать колоноскопию, гастроскопию. Во-первых, нужно понять, сколько вам лет. Если вам больше 45 лет, то в принципе, вне зависимости от других любых обстоятельств, вам необходимо выполнять скрининговую колоноскопию, потому что сам по себе возраст – это уже риск развития полипов и из полипов уже рака толстой кишки. А так как вы уже онкологический пациент, у вас уже есть прецедент в организме того, что иммунная система не заметила и не удалила развивающиеся опухолевые клетки, дала развиться опухоли молочной железе, это уже может быть дополнительным фактором риска. Примерно таких же процессов могут происходить и в кишечнике, независимо от того, независимо даже от тех генов, о которых вы пишете. Просто у вас может быть так, вот иммунная система не отреагирует на возникновение опухолевых клеток в тех же полипах в кишке. Поэтому обязательно нужна колоноскопия и обязательно КТ с контрастом грудной клетки и брюшной полости.